Программа модернизации ЖКХ в действии. Кредит на 17 миллионов тенге оформили жильцы одного из домов Петропавловска. Деньги взяли на ремонт подъездов, замену крыши, канализационных труб в подвале и многое другое. Ольга Загоруйко подробнее. Вот такие разбитые окна, как в соседнем доме, были и здесь, по адресу улица Конституции Казахстана, 32. Теперь вместо них в подъезде стоят пластиковые стеклопакеты. Внутри стало гораздо светлее и уютней, а на входе в подъезд поставили новые деревянные двери. Стены у нас были очень плохие, сделали ремонт в подъезде. Подвал нас затапливал по колено, нам сделали. Крышу нам сделали, они натекла, теперь сделали хорошо. А началось все с собрания, на которое пришли жильцы всех 45 квартир. Решили, так дальше жить нельзя. Дому полвека, и постоянно латать крышу и чинить трубы затратно. Нужно обновлять. Составили смету. Получилось 17 миллионов тенге. Сумма неподъемная. Тогда решили участвовать в государственной программе «Модернизация ЖКХ». Реализовать пожелания жильцов взялась компания «Мирас Групп». За качеством работ велся общественный контроль. Нареканий к ним вообще никаких не было. Сказали, вот вы сделали, ребята, не так, все, через час уже все сделано. Поэтому мы очень довольны, если бы не эта программа, конечно, мы бы никогда такой ремонт не сделали. Мы взяли кредит на 15 лет, у нас двухкомнатные квартиры, значит, однокомнатные платят 1500 в месяц, двухкомнатные вот 250 и трехкомнатные 3800. Теперь гости заходят в подъезд и удивляются, говорит председатель. Таким опрятным и уютным его не помнят даже жильцы. Еще один плюс от ремонта – квартиры выросли в цене. Осталось только благоустроить двор, но самим жильцам это не по силам. Единственная у нас большая просьба, так как в нашем доме живут и участники войны Великой Отечественной, и вдовы участников. Они у нас все старенькие, 90-92 года бабушки. Мы бы хотели, конечно, чтобы у нас во дворе положили асфальт. Уделили внимание и энергосбережению. В подъезде установили осветительные приборы с датчиками движения. Ольга Загоруйко, Владимир Боровков. Новости МТРК.